Что-то он, по-моему, никак не изменился от предыдущего пентхауса. Смотрите, все то же самое почти. То есть у них два типа пентхауса было, да? Точнее, к голову пришло. Опять слово точнее. Да ёпрст! Ну а посчитай, сколько я сказал слово точнее в этом прохождении. Вот, модификация крепости. Склад оружия, боеприпасы, лимит трансфера. Почасовой доход с района, бонус авторитета. Офигеть. Но денег просто надо, капец. Оружейный тайник. Приодеться, что ли? Где гардероб? Голова. А это у меня откуда? Видимо, появилась одежда за что-то. За то, что я получил эту... А, понял. Где я же что-то покупал? Да ладно. Я точно... Нет? Я же что-то еще покупал. Фиг с ним. Это не надо, это не надо, так. Да, это, конечно, будет классный вид. Сейчас что-нибудь изменим. Туфли отвязные, девчонки. Мяу. Ну ладно, это мы... Чего? Трусики Шауди? Спасибо, я откажусь. Что за вторсырье? А пусть будет это. Оставлю. Так и быть. Руки. День. Ладно, спим, потянет. Что это я задумался? Я думал, что делать. Зачем я сюда пришел? Все понятно. Я вспомнил, зачем я сюда пришел. Не, зачем нам гараж? Тут же есть вертолетная площадка, в которой я могу спокойно долететь. Так, а там еще были новые машинки. Бибики. Капец, как все долго. Когда меню-то прогружается долго, что такое? Неужели у меня Xbox такой жесткий? Да, машины декеров. Камон! Ну, фастер, бегини, фастер, в хардер, скутер. Да, очень нужная вещь. Особенно, когда у меня уже есть вилчер, вулчер и... Владимир Владимирович. Блин, я впервые этот звук услышал. Вот это как трансформации. Тут еще в магазине что-то появилось новое. А, это крепости. Все понятно, это просто автоматически полученные фишечки. Миссии. О, Deckers Die. Pierce, you know if that chair thing is ready yet? I don't know. Why ask me? Talk to Kenzie or Oleg. Cause you, I can understand. Think they said they'd be done pretty soon. We can probably head over whenever. All right, see you when I get there. Пикирующий бомбардировщик. Вау. Так, переключиться на другой режим, наверное, да? Вау. Тихо. Садимся. Ни за что не зацепляемся. Сможем это сделать? Я смогу. Давай. Ух ты, ни хрена себе, ну это просто что-то... Это он сам так коряво сел, не мягко. Фига себе, Джо. О, туалетная бумага, смотрите.
Прям то, что мне... Что-то она как-то вообще коряво стала выглядеть теперь. Ну и начхать. Что я? Неужели я буду заботиться о внешнем виде персонажа компьютерной игры? You can survive a gunshot, but if your mind takes too much shock in this chair, you'll go brain dead. Great plan, Kenzie. I know. You ready? Let's do it. I need to do this. Come on. Come on. Come on, I know. I'm all right. Ну, это вообще трон начался, уже какой-то уж явный. Ай-яй-яй. Плохо стебаться над чужими идеями. Чё за... Что это? Ням-ням-ням. Привет, а вот это ас. Ам-ам-ам, я хочу кушать. Идите сюда. Чёрт. Охренеть. Блин, у неё такие труселя прикольные. This is better. Good, because Matt sniffed me out. This is my world to shape as I see fit, not yours. Зажмите РТ, ага, окей. Охренеть! I love action. Эй, откуда стреляй? А. Кто? А, блин, тебя сразу не заметил. Доберитесь до Брандмауэра, окей. Черт, я компьютерный вирус. Касперский меня одолеет. Наверное, у них нос стоит, потому что ноду вообще на все насрать. Он тупо пропускает все, что можно. И орет на то, что ты скачиваешь нормальный файл из проверенного сайта, то, что там... Там вирусня! По крайней мере, когда я хотел что-то скачать там с Агру, он говорил, что, мол, этот сайт мошеннический, и там очень много вирусов. Ну, может быть, нод, конечно, говорит правду. И Номад таким образом зарабатывает деньги на нас, а не только на том, что он говорит о караванах. Давайте зарядим по ходу. Будем бежать с полностью заряженной пушкой. Вот этому чуваку не повезло. О, тут. Чё за? Чё за? Я не могу выйти отсюда. Клёво. Мне только чуть не поимели. Чё это такое? А, я здесь не могу бежать, видимо, это защита Брандмауэра. А, там улитка была нарисована, понял? Нет, ребятки, не сегодня. Улитки рулят! Ну-ка, уйди сюда, хрен. What the hell? Ах ты писюн морщинистый. Отстань, тварь. Я не успеваю за тобой. Сдоху, сдох. Хорошо, что я не сдох. Очень хорошо, хорошо, очень хорошо.
Все, хватит. Ты на всякий случай пострелял, вдруг кого я попаду. Вы просыпаетесь на холодной земле, вы поднимаетесь и обращаете внимание на то, что маленькая комната освещается только двумя факелами торча. Это игра, знаете, на ZX Spectrum были игры, или не на ZX Spectrum, но где-то там были игры, которые были квесты, которые еще до разработки графических движков были текстовыми. И там, например, иду на север нужно было писать, или еще что-то, игра пишет тебе в ответ, что ты видишь. Вы просыпаетесь на холодной земле, вы поднимаетесь и обращаете внимание на то, что маленькая комната освещается только двумя факелами торчес. С одной стороны дверь, с другой дыра в стене. Что вы будете делать? Открыть дверь, взять факел, пойти в дыру, вздремнуть. Возьму факел. Вы вынимаете факел из кронштейна и открываете дверь. Перед вами жуткий темный коридор. Вы идете вперед целую вечность, пока ваш факел не начинает гаснуть. Что вы будете делать? Поискать потайные двери. Big fucking surprise. Нет потайных дверей. О, какой сюрприз! Она сказала, что вы будете делать? Побегу за вторым факелом. Вы отчаянно кидаетесь обратно в комнату и вдруг наступаете на шаткий камень. Вы падаете и ломаете себе шею. Вы мертвы. Спасибо за то, что играли в Драконы и слезы первой части трилогии Спирали тьмы. Ладно. Пойду в дыру. Вы не пролезайте в дыру. Что вы будете делать? Похудею. Возьму факел. Продолжать идти. Вы идете вперед. Музыка еще играет. Молясь каждому из 30-го бога Диаса. Чтобы у вас не погас фонарь. К счастью, он не гаснет. Впереди тьма постепенно расступается. Фонарь. Уже фонарь у меня. К счастью, он не гаснет. Впереди тьма постепенно расступается. Коридор впереди освещается синеватым мерцающим светом. Вы слышите скрежет камней. Что вы будете делать? Продолжать идти. Продолжая свой путь к синеватому мерцанию, вы замечаете в коридоре пещеру. И сразу же понимаете, что источником свечения было светящееся озеро. В его воде плещется единорог. Что вы будете делать? Покатаюсь на единороге, и он будет какать радугой. Погладь единорога. Вы будете запускать свою руку в гриву единорога, единорог тихо ржет и нюхает вашу руку. Его рог тыкает вас в глаз, и от боли вы отпрыгиваете. В этот момент вы случайно наступаете на шаткий камень. Вы падаете и ломаете себе шею. Спасибо за то, что играли в Драконы и слезы, козлы. Так, взять факел. Продолжать идти. Продолжать идти. Убью единорога. Играть снова. Взять факел. Прозвать идти. Вытащить меч. Вы чувствуете, что в конце коридора скрывается зло. С потолка падает камень, падает вам на голову, ломает вам шею. Ну просто капец. Смерти просто такие разнообразные. Так, взять факел. Прозвать идти. Прозвать идти. А если посмотреть? Это похоже на единорога. Убить. Выйти из игры. Переживите текстовую адвенчуру. Окей, спасибо. Опять, да что такое? Я хочу съесть. И унитаз идет тебя есть. На самом деле все правда, многие в сети кажутся унитазами. Полными говна. Как бы все логично. Вот. Что за фигня? Кто ты такой? Кто ты такой, чтобы бить меня? Бить меня может только, не знаю, кто. Моя жена лесбийская, потому что я же девушка. Что-то я не то несу. Забейте. Потому что я не знаю, куда идти просто. Наверное, наверх, да, наверх. Как он бегает, он как забавно бегает. Как он машет этим своей ручкой. Блин, мне теперь в кошмарах будет это сниться. Я буду все время заходить в унитаз и. Ой, в туалет и бояться, что у унитаза отрастет рука, и он будет меня стрелять. А, это кладбище, блин, я думал, что это человек. Если вы кажете, что у вас изображение рябит, то
не думайте, это просто... это просто стиль такой, уровня. Чё за хрень? Где? Что? У меня колбасит прицел теперь. Наверное, это фишка такая, да? Да, это, видимо, фишка такая. Убейте всех декеров, я в него даже попасть не могу теперь. Да, фига себе, меня колбасит. Теперь их двое. Блин, это сложно. Особенно, когда вот так вот все колбасит. Что-то... Да что происходит? Ну все дергается, невозможно в них попасть. Естественно, я сдохну. О, давайте, парни, у него будет просто так дергаться прицел, без причин. О, меня отсюда начинать, да, конечно. Как, почему вы так обращаетесь с унитазом? Смотрите, меня уже сколько снесли. Все этот хрен. Все, кончились, да, окей. Промахнулся, окей. Он даже кульбиты может делать. Ну, где? Скрылся, засранец, а? Did Pierce pull up the cord or something? He's bombarding us with data. I'll try blocking it. Так, или это просто... Или мне кажется, что этот... Может, нам просто по центру стоять? Нет, смотрите, меня просто телепортируют оттуда, вот эти вот, из этих точек. Может, нам просто отойти отсюда? А, нет, смотрите, меня телепортируют реально. У меня впервые ощущение, вот знаешь, такого того, что игра по-настоящему глючит, но это на самом деле игровой прием. Впервые со времен Batman Arkham Asylum, помните, если вы проходили, то там в одном из моментов, когда Бэтмен идет по коридору или по улице какой-то, у него резко начинает глючить, резко начинает глюки на экране происходить, как будто сгорел комп, приставка или еще на чем вы играете. Серьезно? А как? А, вон я синий. Блин, а он не управляется. Как им ехать-то? Как им ехать-то? А, вот, понятно. Офигеть, какое неудобное управление. Офигеть! Сколько мне стрелять в него? О, наконец-то. Это самое неудобное управление из всех танчиков, которые я знаю. А, ну тут всего один танк был? Окей. Если так. Oh, come on.
In your dreams, kid. Так, козёл, а? Что? Куда он исчез? Coming up on the last wall. It's his internet security protocols. They're blocking access into the main... I don't need to know. Капец, что-то... А, это специалист, видимо, да? Его одним ударом не убьешь. Тварь! Как ты посмел надувную куклу ударить? Или это она была? Ну, тогда понятно. До свидания. Умц. Блин, я подумал, кто-то слева возродился. Эй, иди сюда, так нечестно. Убегать нечестно. Я же все-таки девочка. О, теперь у меня полностью поменялись на управление. Я бегу влево. А, нет. Оно частично меняется иногда. Вот теперь, вот теперь, например. It's an allegory for man's inhumanity to man. It's a shitty vampire show. I don't expect a chuckle-fuck like you to appreciate good writing. Вот так вот. Его убил и себя. Молодец. Легче не двигаться, по-моему, в это время. Good girls kick ass. Офигеть, они вдвоем на меня! Бежим. Так же меня не будут попадать, да? Е-е-е. Кто еще? А, да уберите это инвертированное управление. Где еще? Все. Ну вот, повторение того, что было в Batman Arkham Asylum. Ну все, они оттуда стрелили. Идею. Теперь начинается настоящая игра. Нажмите любую клавишу, чтобы продолжить. Окей. Отладьте окно ошибок. Быстро я с этим справился. Окей. Было столько много информации, которые, наверное, интересно было узнать. Easy to laugh when you're hiding like a pussy. Come on out. Выходи, киса. Киса. Окей. Тут еще и босс есть. Офигеть. Взяла, опустила. Real world, this world, it's all the same for kicking your ass. Alright, just don't die until I figure out how to copy an avatar. Чё, я буду таким же крутым? Careful, the lag spike will bounce you around. Где он? Bring it! Где он? Чё за хрень, куда он исчез? Алло, гараж. Эй. Я не понял. Его нету. Он исчез.
хрень с этой игрой, в самом деле. Офигеть. Просто сегодня день багов какой-то, это просто нечто. Да, нет, только не миссию сначала, с контрольной точки. И надеюсь, эта контрольная точка будет здесь. Ой, какой я мелкий! И музыка классная. Чё давать? Окей. Чё мне делать? Игра, скажи, пожалуйста. Мне выйти отсюда нельзя. Стрелять, может быть? В этот поток не выйти. Вот только не говорите, что у меня и эта миссия заглючила. Я не хочу проходить ее заново с самого начала. Смотрите, его нету. Я не вижу, что можно было сделать бы. Написано уничтожить аватара Мэтта Миллера, его нету. Вот такая вот классная игра. Пойду я в инете посмотрю тогда, что я делаю не так. Может быть, действительно что-нибудь надо сделать. Но я не вижу, что надо делать. Хотя... Может быть, тебя убить? Да нет, никакие кнопки больше не работают. Выбрать оружие нельзя. Здесь. Да здесь ничего нету. Ладно, пойду в инете смотреть. Я только что посмотрел в инете. И представляете, что? Сейчас должна начаться катсцена, которая, мать её, не начинается. И я просто... Мне проходить всю миссию теперь заново, потому что если загрузиться с чекпоинта, то ничего не произойдет. Ну давайте еще раз попробуем загрузиться с чекпоинта. И даже если я сейчас покину миссию и начну ее заново, то как и в случае с какой-то там одной из миссий. Ничего не изменится. Мне придется перезагружать игру. Какой тупой козел это делал. Вот реально, они тестировать-то вообще не умеют, что ли, это дело. Я сейчас столько багов собрал за последние 4 часа, сколько не собирал вообще нигде, по-моему. Знаете, может, не будем в него стрелять? Или помедленнее стрелять будем. Вот сейчас должна начаться катсцена. Он должен упасть и размахнуться мечом. Но этого не происходит.